Приветствую вас, дорогие мои подписчики, с вами Джон Летарже, и в этом видео я расскажу вам о своих новых палетках. Заказывал я их на Wildberries, они у меня очень красивые. Первая палетка, это у нас Magic Passion марка, Eyeshadow Makeup, тут 16 неоновых оттенков. Вот такая вот коробочка. Откроем, вытащим. Вот как-то так это выглядит, блестит. Квадратик такой. 16 оттенков. Вот такие вот яркие цвета. Вот тут идут красные с розовым, тут такие более лиловые, тут холодные оттенки синий и зеленый, а тут у нас зеленый и желтый. Вот такие вот хорошенькие цвета. Сейчас я сделаю свотчи. Вот такой красный, например. Но я все делать не буду, потому что тут много цветов. Синий. Давайте желтый сделаю. Вот. Цвета такие достаточно приятные. Правда, они чуть-чуть сыпятся, но если их хорошо так растушевать, то ничего, то норм. Еще вот такой сделаю. Еще. Симпатично получается, очень ярко. Вот тут у нас вторая палетка. Она уже побольше. Больше тут оттенков. Называется Beauty City. Fashion Makeup. Тут уже 36 оттенков. Сейчас посмотрим. И вот тут еще есть блестящее. Такой вот большой. Ну, я бы не сказала то, что эта палетка какая-то огромная. По размерам нет. Она размером с мою ладошку примерно. Ну да. Вот столько у нас тут разных цветов. Спонжик вот такой. Вот это вот наносить. Это растушевывать, насколько я понимаю. Сделаю себе сводчи. Сначала пастельный выберу. Вот так вот получается. Ну, не особо, конечно, видно. Сейчас выберу красненький, например. Вот как-то так. Камера, конечно, маленько искажает картину. Вот синий вот такой. Еще с блестками попробуем. Вот. Еще зеленый с блестками попробуем. В общем, как-то так. Симпатичные я заказал палетки. Очень красивые. Они, кстати, совсем недорогие. Прям вообще дешевая, но прикольная. Это было все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И помните, жить надо по фану.